37-летний Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала. Телеведущий заверил, что его уход не связан с конфликтом и разногласиями с руководством. Сегодня появились слухи, что Дмитрий завершил работу на Первом канале. Шепелев подтвердил эту информацию. «Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо. Это было замечательное путешествие», — написал телеведущий в Инстаграм и опубликовал черно-белый кадр. Дмитрий добавил, что Первый канал для него — это целый мир. Шепелев благодарен, что во время работы встретил людей, о знакомстве с которыми можно было только мечтать. Телеведущий на всю жизнь запомнил, как на передаче «Достояние республики» побоялся заговорить с Людмилой Гурченко, и беседовать с артисткой пришлось его соведущему Юрию Николаеву. В последнее время Дмитрий часто высказывал недовольство своей работой. Он признавался, что устал вести скандальное ток-шоу «На самом деле». По словам Шепелева, ему не доставляло особой радости участвовать в скандальных историях и грязных разбирательствах. Дмитрий также жаловался и на начальство. Шепелев надеялся, что о нем позаботится, но наивно заблуждался. Телеведущий получил предложение работать на Первом канале в 2009 году, когда этого совсем не ожидал. Уроженец Минска собирался переезжать в Киев, чтобы начать там работать, но вместо этого попал в Москву. Шепелева пригласили на встречу с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. И он получил работу. С 2009 по 2016 год Дмитрий вместе с Юрием Николаевым вел передачу «Достояние республики». С 2017 года Шепелев был ведущим шоу «На самом деле».